19 апреля в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялся творческий вечер-портрет, который приурочен году Николая Ивановича Лобачевского. На самом деле это не только мероприятие, связанное с математиками. Дело в том, что в геологии, в современной геологии, очень широко развита информационная технология, подходы к моделированию месторождений, где используется очень-очень много математических знаний. Поэтому мы также хотим принять участие в проведении года Лобачевского и познакомить более подробно наших студентов с темой математика в геологии. Стоит отметить, что на данный момент практически каждая наука математизируется, в том числе и геология. Творческий вечер-портрет – это не только научно-популярная лекция, но и серия мастер-классов, посвященная той тонкой грани, которая объединяет математику и геологию. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.